Очередная посылочка пришла из Китая. Давайте посмотрим, что можно заказать на китайских сайтах. В этот раз вот такая достаточно тяжеленькая. Я так предполагаю, что это насос. Хороший насос. Уже пробовали такой. Вот. Может перекачивать масло. Вот. На 60 ватт. Совершенно спокойно вот через этот щуп меняет масло в двигателе автомобиля, ну где это возможно, в некоторые не влазит, там есть ограничители, такое подозрение, ну точно не могу сказать, но основная масса влазит, качает быстро. Вот где такой купить, оставлю ссылочку как всегда в описании. Также там в комментариях сможете задать свои вопросы, подписаться на канал, поставить лайк этому видео. И также хочу сказать отдельное спасибо тем людям, кто покупает по моим ссылочкам. На этом все. До новых встреч.